Ну чё, народ, погнали нахуй! Ай, больно в ноге, блядь! Я недавно их видал. Вот такие фиксики, большой-большой секрет. Унитаз. Skin the color of bark. Clothes smelling like trees. Digging my find my roots and weeds. My truth bleeds. Да нет, не мой. Так зачем ты туда заглядываешь-то? По-моему, унитаз сломался. Все время вода течет. Как что? Воду надо беречь. Симка, ну ты же сама мне это говорила. Правильно, Дим Димыч. Только это не унитаз сломался. А что? Ярик, бачок потик нахуй. Жди нас тут. Давай прыгай, какашка. Ух ты! Сможете починить? Не сможем. Без папуса тут не обойтись. Мы за папусом. А ты, Дим Димыч, посторожи за дверью. Да! А то кто-нибудь спустит воду, пока мы будем в бачке. И нас смоет. Канализацию! Когда канализации еще не было, люди выливали ночные горшки из окон прямо на улице. Проблему неприятного запаха удалось побороть только когда изобрели современный унитаз. Труба со сгибом, в которой стоит вода. Она-то и не пускает запах из канализации в дом. Да нельзя. И не спрашивай, почему. Это секрет, кусачка. Дим Димыч, есть будешь? Нет, мам! Апельсинку?
Постереги, чтобы в ванную никто не заходил. Ай-яй-яй, сколько... Это Дим Димыч заметил. Ну, за работу. Я и не собирался. Что ты наделал? Ты... Вас же в канализацию унесло! Я педофил, находящийся под арестом. Всем привет! Настало время сделать тред о моем психическом заболевании. Ну, не совсем. Нас Нолик спас. Меня и папа... Дим Димыч, хочешь, покажу пенис? Ага. Не переживай. Бархатные тяги. Кефтеме. Не хочется браниться, не хочется ругаться.